Всем привет! Могу начинать влог только с 6 вечера. Мы едем сейчас на день рождения. Освободился вечер. Едем на день рождения с мальчишками. Сержуня выздоравливает дома будет, и Афоня тоже выздоравливает, будет дома. Я с двумя пацанами поеду на джинсовую вечеринку. В принципе, пряники на джинсовую вечеринку. Вот такая шляпка джинсовая, цифра 10. И бабочка тоже джинсовая. Так, что еще могу показать? Это у меня такие заготовки на 8 марта для фото. Вот на 23 коробка. На 23 коробка. И здесь тоже коробка на 23 пряников. Вот, в общем-то, все мои дни. Садимся. Девочки, здесь садимся на шпагат. Заходим и садимся на шпагат. Что надо? Пожелание Кириллу? Гриш, ты что там написал? Тебе. Иди. Хорошо, я пошла. Я русский не отвечаю. Да там никто не будет правила проверять, Гриш. Внимание! Как зовут классного руководителя? Юлия! Правильно, получай фишку. Не, ну эта девочка точно не знала бы, да? Мы будем подсказывать. Я сейчас. Вы, если не хотите танцевать, смотрите, на руки моими жюри. Смотри, ты будешь оценивать. Вы два жюри. Мальчишки, давайте. Взяли в руки мальчишки папу. Сиськи! Вот это супер!